много смысла нет. Вот это плей-офф и сегодняшняя игра тому подтверждение. Вот матч прошел в упорной борьбе, вот с первой до последней минуты. Но, к счастью, мы смогли создать момент, реализовать и победить. Вот хотел бы сказать огромное спасибо команде своей за самоотдачу и за эту победу. Но серия длится до 3 побед, поэтому очень серьезно готовимся на завтрашнюю игру. Не могу команде тоже выразить какие-то, целиком команде, если говорить, какие-то претензии. Мы смогли отыграться с 0-2. Белые медведи, меня спрашивали об этом, я говорил, команда, конечно. Ну, мастеровитая команда, хорошая команда, игроки хорошие. Помощники хорошие, понимаете, помощники хорошие. Пришли помогать команде. Ну, а у нас помощники, понимаете, вот такой помощник там есть один у нас, который всю игру терял там в средней зоне, попросили не потерять среднюю, не мотайся. Это же не вынужденная ошибка. Начинает там подпускать в средней зоне. Раз подпустил, простили. Второй раз подпустил, не простили. Результат мы отдали белым медведям. Психологическое преимущество. Что самое важное? Самое важное. Пацаны, они сейчас то на эмоциях и отдохнут, завтра и восстановятся. И преимущество в счете отдали. Мы могли зацепиться за сегодняшнюю игру. Могли зацепиться. Хотя еще раз говорю, конечно, я считаю, что если мы 60 минут с белым медведем сыграли 2-2, ребятам я спасибо скажу. В основном, ну, вот эти вот моменты исключения. Анатолий Рафилович, сегодня Вячеслав Основин забросил 2 шайбы. Можно ли сказать, что он сегодня сыграл именно так, как вы от него требуете? Ну, результат говорит сам за себя. Он забросил 2 шайбы, да, и в том числе победную. Ну, наверное, этого мы и ждем от него. Как бы, ну и скажу, что по предыдущим играм все ребята, кто пришли нам в помощь, с огромным желанием, старанием. Вот, ну, хорошо, что сегодня вот эти созданные моменты, вот эта игра, упорство воплотилась в голы.